Иногда друзья забегают в гости без приглашения. Этот рецепт салата всегда вас выручит, потому что готовится за считанные минуты, а получается очень вкусно и ярко. Берите на заметку. Если вас внезапно застали гости, теряться не стоит. Встречать гостей нужно с радостью. В такие моменты выручит салат гостя на пороге. Минимум времени приготовления, максимум удовольствия. Этот салат очень прост в приготовлении, но точно удивит ваших гостей своим интересным вкусом. Хочу с вами поделиться, как приготовить салат гостя на пороге. Подготовьте ингредиенты. Ветчину нарежьте соломкой, лук нарежьте четверть кольцами. В глубоком салатнике соедините ветчину, лук, зеленый горошек и кукурузу. Добавьте немного майонеза. Хорошо перемешайте. Выложите на большую тарелку, посыпьте сухариками.